О, амигос, всем хорошего настроения и приятного просмотра. С вами GameKS и наша головоломка Hunted Laia. У нас есть какая-то подсказка, и давайте подумаем, от чего это. Не знаю, от чего, кстати. Где-то еще было, наверное. Вот, да, вот. Вот, от чего. Наша головоломка. Как вы помните, мы подожгли фонарь, и вот что у нас получилось. Так, зеленая у нас полосочка. Можно запомнить, можно написать. Так, красная у нас треугольник. Синяя у нас внизу полоска. И желтая у нас левая полоска. Есть, открыли. Угу. Еще одна пиндюрка и еще какая-то подсказка. Это то, что мы взвешивали, но я что-то не понимаю, что это за квадрат такой. Не совсем понятно. Так. Так она не похожа или похожа? Подождите, или я перепутал? Точно я перепутал. Так они должны быть. Сюда с полоской, сюда треугольник. Ничего не случилось, потому что у них достаточно. Допустим. Какой странный звук почему-то в этой игре, я не знаю почему. Может, вот количество надо от ящика? Но вопрос, что плюсовать? А, плюс квадрат, вот оно что. Смотрите. Вот такие стрелки, есть такое что-то? Есть такое. 1 килограмм и плюс квадрат, ой. А, вот так, блин, его надо запомнить или записать опять же. Квадрат у нас весит 6, плюс вот этот. Килограмм. Значит, 7. Семь, один, семь, один, три, и вот такой минус. Семь, один, три, семь, наверное. Что-то это много, да? Не, 6. 7. 1. 3. 7. Не так что-то. Минус квадрат. Я не то посчитал. Почему я отминусовал один? Квадрат сколько весил? Он весит 6. 2 должно быть. Чё опять не так? Все ж правильно, что не так?
Ну, два ж. Еще раз. Такой плюс 4. Плюс 4, плюс квадрат. Такой килограмм весит. Ну, 7 же ж, 7. 7, 1. Три. Семь, один, три, два. Семь, один, три, два. Чё за нафиг? Хм. У нас больше нечего разгадывать же. Или есть? Может, еще где-то комбинация какая-то есть? Да нет, вроде. Только вот это. Почему? Неправильно. Ну или у меня что-то со зрением. Бумажка. Квадрат. Может, не надо с единички считать? Может, вот так? 1, 2, 3, 4, 5. Не, ну тогда странно. 5 же посередине. По идее, тут 0 возможно. Как на весах, а 0. Не, ну тогда это будет не... единичка. Как правильно считать? Ну вот же ж на нуле, логично ж. Он же ж не на единичке стоит. Два тогда этот. А не единичка. Восемь, да? Два то тогда. Получается так. Есть подсказка, есть кирка. Неправильное дело. Вот тут где-то что-то... крест какой-то нарисован. Рубин. Ну или не рубин. Неправильно, оказывается, я считал. Так, пошли за бобами. Так, не в туда. Че, что они там из себя представляют? Ветка. Ничего? Ветка, ничего. Их всего 3. А тебе сколько надо? Это как раз та сумма, которая мне нужна. 2 для них. Так мы... разрушим чары теней. И одно для меня, так что я могу выбраться из этого измерения. И вот же ж подсказка, да? А у меня не хватает еще одного. Подождите, почему? Вот оно ж. Или оно не такое? Непонятно. Так мне не хватает или хватает? Странновато.
От человечка. У меня нет человечка. Есть человечек. Что-то не получается. Почему-то человечка тут... Бумажки, наверное, не в правильной последовательности или... Что-то в этом роде. Что-то не получается у нас. У нас там вот такое, да? Вот такое вот. И два внизу пустых. Ну, вроде логично. Допустим. Но этот выглядит, как будто должен посередине где-то быть. Так просто не катит. Ничего. Не получается, потому что не получается, да? Вот так вот. Отец, я не могу войти, да? Я заперта в другом измерении. Но у меня есть семена. Я съем одно, чтобы разрушить чары и выбраться. Не может быть. Лайя. Лайя, ты должна съесть семя. Так ты освободишься от чар. Отдаст этим. Да. А вдруг они тоже разобьются. У нас есть семена. Съешь это. Но Лайя... Делай, что я говорю. Ешь семя. Теперь жди меня здесь. Лайя. Лайя, ты где? Лайя. Лайя. Но все так хорошо не может закончиться. Отец! Мы едем домой. Это не она, наверное. Таш может превращаться. Старуха уже не первый раз обманывает. Сейчас, отец. Нет, нет. Эта девушка не я. Это не я. Поздравляю, вы нашли 10 спрятанных игуан. Ага, вот оно что. Ну, интернета нет, так что мы другие игры потом посмотрим. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями, вам не сложно, мне приятно, чем больше, тем интереснее, веселее и так далее и тому подобное. Может, игуан было и больше.
Добров-бобров, увидимся в новой игре. С вами был GameKS. Прикольная игра, хоть и короткая. Уруру.